как прошел молодежный форум «Лаборатория возможностей» с разных молодежных общественных организаций. Прямо в Петербурге подарки глава городского округа. Дмитрий Волошин отметил, на этом форуме молодые ребята смогут получить те возможности и знания, которые, несомненно, им помогут в будущем, в карьере и в жизни. Все начинается как раз с порога образования. Именно поэтому мы уделяем образованию очень большое внимание, потому что это начало-начал. Мы со своей стороны также предлагаем большое количество вакансий. Сегодня более 1500 вакансий в городском округе Химки. От менеджмента до пилота в авиакомпаниях. Найти себе работу ребята могли прямо на форуме, например, в ракетокосмической промышленности. НПО имени Лавочкина приглашали всех заполнить анкету соискателя и попытать удачу. Производим космические летательные аппараты. Нам нужны специалисты. В течение дня работали 6 локаций: лаборатории спорта, медиасферы, творчества, образования и искусства. Лекция «Камбуса» депутат Московской областной думы Александр Кузьминов. Эти качества мы сегодня увидели в зале. Это качество неравнодушия, это качество желания быть в обществе, желание быть вместе с нами, желание участвовать в управлении городом, управлении страной уже практически с детства. Также ребят ждали мастер-классы, например, как оказать первую помощь. Чтобы спасти человека, нужно обладать определенными навыками. Но какими же? Сейчас мы это узнаем у представителей молодежного крыла Российского союза спасателей Московской области. Это Никита и Кристина. Они нам сейчас расскажут и покажут, как реанимировать человека, если он упал в обморок. Да, да. Первым делом нам нужно определить его состояние. Есть несколько признаков. Это наличие дыхания, наличие реакции зрачков на свет и наличие пульса. Если это у нас отсутствует, мы переходим к проведению сердечно-легочной реанимации, которая включает в себя искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца. Узнать эти и другие полезные навыки, поэкспериментировать в лаборатории возможностей сегодня смогли около 500 молодых химчан. Алена Беляева, Дмитрий Бочаров, служба новостей.